Всем привет! Выпуск закапушки коротенький будет. Решили мы, в общем, еще сделать набег на последнее место, куда мы приезжали, где мы накопали тонну 600, и забрать вот эту железяку. Мы не забрали, вот тоже скотельная какая-то, видимо. Ну, может, что пообрежем лишнее бензорезом дома. Да, остальное пойдет металл, так-то она килограммов, наверное, 200 вешает. Закинем ее. Ну и вот уже что, походили, покучковали. Вот только что сейчас шел, нашел вот такие две байды, ну тяжелые. Я один даже не буду их тащить, Саню дождусь, вдвоем перетащим. А сейчас покажу основную кучу. Че, бай? Тут мы уже прям вообще накидали, просто что в прошлый раз не закидали. Не видели или что, или забыли просто, где накидали. Ну, в общем, из прошлых раз, если бы мы прошлое все собрали, у нас бы, наверное, точно тонны две было. Ну, смотрите, медяха, вот медяха лежит, вот вон медяха, цвет мед. Вот, вот такой вот металл, в общем, блин, вон медяха лежит, смотрите, какие кабеля. Все, такой вот металл бровенный. Посмотрим, что, как у нас этот набег будет, что даст. Ладно. Там еще тот регистр, который я в той серии показывал. Но мы же вот так его не смогли взять, он не оттаял в мерзляке. Ну, наверное, сегодня мы его все-таки вытащим, заберем. Ладно, работаем. Вот такой металл попадается. Кусок батареи. Также медяха, вот лежит труба, надо вытаскивать. Шатается, но что-то держит, не дает. Вот смотрите, ребята, что-то лежит. Что-то хорошее. Кстати, что хочу сказать. Работаем мы пока чисто без металлоискателя. Потому что с металлоискателем нету смысла. Вот, 5 сантиметров и мерзляк. Все, у нас мерзлота. Это только уже летом, когда оттает. Ну и сейчас-то мы вообще, можно сказать, противозаконно находимся в лесу. Если лесхоз, с лесхозом мы встретимся, у нас будут проблемы. Так что вот так обстоят дела. Потому что пожароопасный период. Коп у нас идет полным ходом. Вот такой баллон 90 килограммов. Кислородный, да не кислородный, кислородный, наверное. Сломали ему башню, короче. Не кислородный. И кислородного бронзового крана это металлический. А какой это, да? Хлорный. Хлорный. Ну, и так вот у нас, короче, закидалась маленечко вот эту байду. Жесть, мы скинули, вышибли. Хрень эту. И все. Смотрите, что получается. Вот неплохие закапушки. Все. Дальше еще осталось у нас две секции загрузить. И вообще, ту секцию мы выдолбили все-таки. Одна еще на подходе. Выдолбили вот эту байду, я вам показывал, которая вмороженная была. В прошлый раз не забрали. Сломали ее пополам, чтобы легче было закинуть. Катоксер. Катоксер. Цвет меда получается вот столько вот. Аккумуляторы, свинец, алюминий. Все на месте. Ну что, тонна-то будет, наверное. Завтра, наверное, если получится, сразу на приемку поедем. Сдадим. Все, результаты будут. Так, там еще есть у нас маленько. Там прутья заберем. Прутья заберем, длинные дома распилим на мелкие кусочки. Ну еще там мелочевка есть. По выходу, по концу я еще все засниму. Так, ну вот и все, все закидали, все прутья вот. Арматуру покрошить надо. Цвет метов у нас тоже нормально. Опять набралось. Все, короче.
вытряхнуть, да? Я думаю, что черная откуда она. А как его набили через эту пипетку? Он заправленный был. Полный он, был? Да, он горел. Вот это хлор. Это хлор, перегоревший. Mm-hmm. Как он не вспыхнул от этого? Не взлетел? Да. Да хрен его. Чудом, короче. Порезали, покрошили металл, разрезали эти арматурины. Ну все, у нас вроде мелкий металл. Позвонили на металлоприемку, цена еще упала. В общем, сейчас, когда был по 15, сейчас по 13. И еще это по 13, это еще кусочки надо до 80 сантиметров. У нас что тут? Балдоху эту отрезали, и вот бачок нержавейки. Хотим сдать отдельно, не знаю, что-то 8-9 рублей, что ли, он сказал, за килограмм уйдет. Ну, тут килограммов может быть 20-30. До кучи тоже пойдет, сплавим. Все, завтра, наверное, поедем на металлоприем. Так вот. Вытряхнули из баллонов эту мочмалу. Все. Баллончики чистые. Сейчас забросим, снимем. Оба. И на месте. Ага, сейчас, сейчас. Я хочу эту медяху заснять. Что-то вот сюда. О, ни хрена себе. Только получилось медяхи. А это что, медная, что ли, Сань? Ни хрена себе, откуда она такая? Вот, смотрите, какая-то байда медная. Ни разу не видел такую. Это сапог, который в прошлый раз я еще не сдал. Сейчас может прокатить. Дюралька все, да? Дюраль, алюминий. Там тоже дюраль, да? Это тоже дюраль, да? Да. Нормально. А это бронза, да? Тоже нормально, чё. Ладно, грузимся, едем. Итак, оглашаю наши результаты. Посмотрите, получилось у нас, сдали мы чермет на 21 346. Взял у нас Юра по 13, посмотрел. Мы сказали, что все же распилили, на кусочки раскидали. В общем, по 13. Это потолок. И по цветмеду получилось вот свинец 3115, латунь 3800, медь 20 килограммов вышло, по 450 рублей взяли, 8500. И дюраль 46 килограммов на 2760, в общем, на 18 рублей у нас получилось цветмеду. Ну ничего, почти сороковник заколымили. Нормальные результаты. Молодцы ребята, вот приемщики этих вообще, блин, приехали, блин. Хорошие ребята вообще. Рекомендую, если кто поедет сдавать, езжайте туда. Так, ну что, всем удачи.